Вновь всех приветствую на своем канале. Этот маленький обзор по заказу трудящегося. Привет, Илья. И, в общем, про маленький пробник туалетной воды мужской и в Роше, Натур, кедр и лайм. В общем, сейчас я его вскрою. Кстати, довольно вкусно. Вообще, я люблю такого типа туалетной воды мужские. У меня даже есть одна полноценная Evidence Green. Все обычные и фрошевские пробники туалетки — это вот такие вот салфеточки. Чем-то очень таким свежим. Наверное, все-таки это лимон и кедр. Спиртом совершенно не дает. Вот в этом это у Ифраше плюс от других туалеток. Нежный, свежий аромат. Я даже не знаю, как его передать и с чем сравнить. Немножко похож на Evidence Green, только более мягкий. Вообще, Evidence Green я тестировала на себе, специально наносила на руку. Ну и он, в общем, он держался на мне около 6 часов. Такая же тоже туалетка. Вот я ее нюхаю, эту бумажку. Можно даже на руку нанести, на кожу. Проверю, как она потом держится. Ну и, в общем, довольно свежий аромат, чуть древесный. Лимон в чистом виде. Точнее, лайм. Лайм, я не очень уверена, как он пахнет. Ну, в общем, если это кедр и лайм все-таки, то вот именно какой-то такой чуть цитрусовая нотка, немножко свежий, больше все-таки свежий. И уже вот со второй минуты занюхивания, так сказать, оно немножко уже все-таки просто свежие нотки раскрывается. В общем, мне такие ароматы и фраши очень нравятся. Они обычно держатся все-таки не более 6 часов, все-таки туалетная вода. Но объем 75 мл. И в прошлом году я покупала для своей подруги, точнее по ее заказу. Она тоже иногда любит туалетные мужские воды использовать. Где-то за 1500, я не знаю, сколько он сейчас стоит, но довольно достойная водичка. Из той же серии у меня был тоже пробник, но он у меня куда-то уже ликвидировался, и, в принципе, они обе сами по себе очень хорошие, но вот это более свежее. И аромат, в принципе, держится. Я даже не знаю, первый раз я обзор пробника делаю. У меня уже салфеточка тут высохла. Но от пакетика немножко пахнет. В принципе, если вот так вот на весну или на лето, или на теплую осень, он очень хорошо подойдет. Ну, на зиму, я думаю, не знаю, стоит ли брать. Но вот на теплое время года такой свежий аромат очень хороший. Ну, не знаю, было бы ли это вам все-таки полезно или еще что-то. Ну, в общем, на всякий случай спасибо за просмотр. Пока.